Всем привет! С вами на канал Наташа Ванапи. Сегодня я нахожусь в коттеджном поселке Морском, который находится 4 километра от побережья Черного моря, поэтому у него и название такое «Морской» и 9 километров до Анапы. Под боком тут поселок Пятихатки и Цибана-Балка. Что я тут делаю? Я приехала посмотреть на дом своей мечты, как они строятся, что из себя представляют и вообще, что это за компания такая познакомиться, «Стройгарант Анапа». Компания на рынке застройщиков работает уже давно, более 12 лет. Это надежный и проверенный застройщик. Они еще открыли сейчас новое строительство коттеджа в поселке Звездном. Туда мы тоже проедем, посмотрим. И в Гастагаевске. Сейчас вот три проекта они ведут. В Морском у них 240 коттеджей. Они строят, минимальная площадь коттеджа 70 квадратов. По 5200 сейчас вот стоимость его. Вот у них тут офис продаж, прям сразу на въезде. Тут у них парковка есть и сразу офис продаж. С 9 до 6 они работают. Каждый день. Клиенты. Здравствуйте, можно к вам? Да, меня Александр зовут, присаживайтесь. Александр, я уже немного тут походила, посмотрела, ознакомилась с вашим поселком. Но хотела все-таки от первого лица узнать все поподробнее. Что тут да как. Вы первый раз у нас? Да, первый раз. Я немного посмотрела, заходила на ваш канал, посмотрела, что с 2017 года вы ведете этот проект, начало строительства. Да, по Морскому, да. Да, по Морскому. На данный момент, на каком сейчас этапе он находится? Ну, получается, так вот, если тоже рассказать, то очень приятно, что к нам пришли. У нас многие блогеры уже были, и Ирина Кубасова, и Алена, там настоящая семья. Вот скоро Юрий Азаровский придет, вот сейчас с вами познакомились. А как застройщик «Стройгарант Анапа» получается с 2006 года уже на рынке, имеет большой опыт, и на данный момент, то есть, ну, как бы без преувеличения, мы номер один среди застройщиков в Анапе по строительству загородных коттеджей. То есть у нас получается, если Морской, вот вы сейчас находитесь, коттеджный поселок Морской, то у нас здесь будет 250 объектов. На данный момент построили мы уже 110, осталось продать 17. Больше 30, уже получается около 32 семьи уже проживают больше полугода здесь. А также у нас есть застройка, это Звездный, тоже вам рекомендую туда съездить. Там будет 57 объектов. Вот. И взяли 220 участков в Цибана-Балке. Тоже можно туда заснять, приехать. Вот. И точечные застройки у нас всегда порядка 20 домов в станице Гастагаевская. По коммуникациям у вас здесь как? По коммуникациям получается у нас конкретно в Морском это свет 15 киловатт, вода центральная и газ. Уже утвержден проект, уже видели, не видели вы, или вместе пройдем, покажу, что пойдем, уже трубы посмотрим, заведены в дома, да, флянцы выведены. Сейчас это все уже на этапе завершения. Хотели, конечно, маленько, чуть-чуть пораньше, но я думаю, в марте уже конкретно все дома будут подключены. Вот, ну, проверим, сами надеемся, как бы. Так вот, людей всегда обычно интересует, какая площадь, минимальная и максимальная площадь здесь домов у вас? Получается, у нас проект от 65 квадратных метров. Ценам на Морском, в коттеджном поселке у нас от 5200. От 5200 это 70 вот квадратов, да. Отделка у нас, продлили акцию до весны, на все наши дома идет в подарок. Ну, чистовая отделка. И это причем не просто как лишь бы подарить. Нет, там 34-й ламинат, двухкамерные стеклопакеты. То есть все как для людей, как для себя. Так, вот еще людей интересует площадь, стоимость. И вот все приезжают сюда с семьями, с детьми. Как вот здесь по инфраструктуре? Куда в садик ходить, про школы, магазины, пожилые люди? В Морском,
Вот можно показать людям схему, да, здесь запланировано будет детская площадка. Вот все, что желтым как раз выделено, это проданные дома. Белые, это вот которые 17, я сказал, в продаже осталось. Ну, плюс зеленые, это бронированные, это готовые на продажу. Заходи и живи. И в ипотеку есть, и материнский капитал, то есть все работаем. По инфраструктуре у нас, значит, ближайший поселок — это Цибанабалка. Это 300-400 метров. Да, да, конечно. Там у нас и школа, и детский садик, и поликлиника. То есть все, что необходимо. А в Морском также планируется коммерческая недвижимость. Тоже можете потом посмотреть. Уже даже фундамент залили. Вот, и там будут круглосуточные аптеки, стоматологи. То есть вот все необходимое. Пятерочка, Магнит зайдет. Поэтому в плане инфраструктуры я не вижу никакой здесь проблемы. И самый плюс, на мой взгляд, я вот сколько тоже в Анапе, как бы, может быть, не так много, но обратил внимание, что многие вот с Витязева продают дома, потому что очень много туристов. А здесь просто вдали от туристов. Это прям наша концепция, тоже самое главное, чтобы можно было спокойно вот приехать, где никто тебе не мешает, где нет суеты лишней, движения. Насладиться загородной жизнью на свежем воздухе, как у вас я видела, в экологически чистом микрорайоне. Да, согласен. И как бы вот вы здесь сколько находитесь, ажиотаж. Вот люди идут и идут. Да, да, заходите, да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот тоже. Потому что по цене и качеству, ну, конкурентов здесь нет у нас. И это как бы не большие слова, а реально. И люди рады. У нас есть YouTube канал. Зайдите в рубрику отзывы. Как люди просто говорят, вот там, кстати, очень интересно, как кто выбирал, почему Анапа. Ведь можно было переехать в конце концов в Геленджик там, или в Сочи, или в Новороссийск. Почему люди выбирают Анапу? Это там все вот тоже есть. Вот сайт, Наталья, вот так выглядит наш. Главная страница. Я все ссылочки оставлю в описании. Да, да. Все вот посмотрите. Три застройки: Морской, Гастагаевская, Звездный. В любое заходите, есть. Готовые объекты, план-схема участков, обзор поселка. Вот обзор поселка, например, нажимаете, и тут у нас презентация. Вот, кстати, Константин у нас, это старший менеджер, ведущий специалист, лицо, так сказать, нашей компании. Вот он везде, во многих роликах я его видела. Клиенты уже пришли, видите. Также людей часто интересует, сколько потом придется платить за этот домик коммунальные платежи. Коммунальные платежи, получается, будет вода, это 39 рублей, ну, порядка там 39-40, свет, получается, 3,76, а газ, как подключим, ну, тарифы будут, ну, газ, сами знаете, там минимальные тарифы, и причем здесь плюс какой на Морском, здесь будут сельские тарифы, то есть это еще будет дешевле, просто мы сейчас еще не передали, например, подстанцию городу, да, поэтому здесь такой тариф, а будет еще меньше, но как бы люди, кто живут, они там, ну, я вот, например, в Сибири родом, я платил там 3000, да, живя в хрущевке. А здесь, когда живешь на юге, там эти 3-4 тысячи, я посчитал для своей семьи, пока свет, еще газ не запустили. Ну, для меня это не такие большие деньги. Вы сами планируете жить в этом коттеджном поселке? Я, скорее всего, буду либо в Морском, либо в Цибанабалке. Вот мы взяли участки. Мне просто, ну, дети маленькие, что прям в садик вышли и пошли. Мне вот это, да. А которые люди приезжают, здесь много вот, кто на пенсию вышел, военные, еще какие-то. Если им не надо садик, допустим... Но опять же, сейчас жену на права отправил учиться, вот от нее будет зависеть. Если она будет как бы, ну, возить, то без проблем. Хотя тут также ходит детский школьный автобус, вот с Витязевой. И что тут остановка будет, что на Звездном она уже есть. Поэтому вот так вот. И вот много семей переезжают, так же, как вы сказали, много пенсионеров, и они хотят иметь свой небольшой участок, посадить свой вишневый, черешневый тут сад, виноград, может быть, свой возле дома выращивать. Террасу, бани просят, бани делают, террасу как бы, свои. Там, сибиряки же любят вот эту всю тему, банную. Да, и скажу еще вот что. Концепция тоже коттеджного поселка Морской – это единый архитектурный стиль, да, европейского типа. И вы можете здесь обратить внимание, идет улица в кирпиче, вот, например, Солнечная, она полностью в кирпиче. Потом идет улица Цветочная в декоративной штукатурке. И улица Малиновая тоже в кирпиче. Названия-то какие? Да, как в той Солнечная, песне. Солнечная, Малиновая. Да, сверну на Абрикосовую. Да, поселок Морской, улица Малиновая. Да, вот так вот. Одни названия так и манят сюда. Да. Первые
5 домов взяли кемеровчане, не договариваясь. Угу. То есть сибиряков здесь очень много. Очень много. Люди открытые. Когда приходишь, например, брать участок, вот многие говорят, мы выберем участок, постройте нам там землю. А местные, ну, не хотят, понимаете, приезжих, то ли завидуют, пока не разобрался. Uh-huh. А здесь все открыты, все на знакомство, все друг другу рады. И реально uh-huh. здесь такой контингент, все образованные, обеспеченные, ну, uh-huh. Приятно, приятно. Прям, вот я поэтому готов хоть сюда. Тещу uh-huh. с тестем у меня, скорее всего, на звездные будут брать. Uh-huh. Уже как бы все, летал, ну, только от них да и строим. Это заходи, Катя. Да, все. Это тоже вот наш менеджер Екатерина. Возле каждого коттеджного дома какой вот участок, площадь его какая? Получается 6,5 соток угу. у всех. Угу. Это, поверьте, немало и в то же время немного, чтобы не напрягаться. Угу. Можно сделать свою террасу. Там терраса входит? Обязательно. В каждую базовую угу. комплектацию у нас идет терраса. 20-21 квадрат, это не входит в жилую площадь, естественно. Угу. То есть накрыли террасу, и у вас угу. еще, считай, 20 квадратов. Угу. Подвал вот хотят, может, запасы. Подвал обязательно. Кому надо подвал, там, чтобы ну, соленье, варенье, там да, все да, это. Да, у нас есть подвал, с гидроизоляцией идет полностью вся разводка, 250 тысяч доп. Ну, у нас угу. есть ну, прайс вообще по доп. Услугам. Угу. Под машину. Под машину делаем, гараж, навес, место. Кому как. Опять же, угу. многие гараж, потому что с Сибири. А тут многие просто навес сделали, да, тут нету таких солнце. Снега. Вот Быстро. Сегодня у нас какое января? Ага. 20 января. Ага. Я просто как будто летом. Сегодня, как в сказке, да, солнышко, сидим, да. Ага. Все равно здесь всегда минусы нет, небольшой да плюс. И вон даже тут на входе у них зазывает в офис продаж. Все мы прям, вы подробно описали, все мы узнали. Может, мы с вами пройдем и на месте посмотрим. Лучше один раз увидеть, чем да, сто да, раз да, услышать. Можно давайте пойдемте. Долго описывать все. Также, Наталья, хочется сказать, что наш коттеджный поселок, он охраняемый. Дом, охрана, люди тут подъехали, охранники все посмотрели. То есть они уже знают своих, поэтому здесь будет в этом плане спокойно. Также вот, коммерция застраивается. Работы идут полным ходом. Здесь будут полностью все улицы асфальтированные. И обратите внимание, расстояние между ну, бордюрами будет большое. И также у нас дома, не как в Витязе, вот там в окошко постучался, соль попросил, а все 3 метра с одной стороны в другую сторону. По всем стандартам и нормам с ним. У вас усиленные вот эти вот уже там Да, это первая улица, Солнечная. Ага. Здесь все уже дома проданы, заселены. Сейчас здесь достраиваем. Также уже часть продана и начинаем. Под машину, да, вот этот навес? Да, это доп. Услуги. И ага. ну, клиент. Ну, там, наверное, ворота разные или одинаковые ворота. Тут может открывать. Это отдел, где уже одинаковые. Нет, если надо, мы из пульта тоже сделаем подъемные ворота. Да. А это входит в базовую комплектацию. Вот такие ага. кованые с элементами ворота. А тут что у вас лежит? Ну, это у него... Он себя ведет, он уже обустраивает территорию, а, да. Немножко, это он уже сам посадил туи себе. Мы ему плитку сделали тротуарную. Вот, навес, это, конечно, все мы. Он уже и окна затонировал. Ну, в общем, от души вкладывается в дом, так сказать. Угу. Это на улицу Цветочную. Посмотрим одноэтажный проект, 70 квадратов. Посмотрите нашу отделку, что это реально хорошая отделка. Без проблем вообще. У нас есть не одна сделка уже прошла дистанционно. Uh-huh. А, для этого, например, мы ему показываем вот видеообзор идем, uh-huh. схему, план схемы участков, которые есть на сайте. И бронь. Можно, например, 10 тысяч внести и неделю ну, подумать, чтобы мы оставили этот конкретно дом, участок, потому что утром есть этот дом, вечером его может уже не быть. И 500 тысяч, когда вы вносите, это минимальная сумма для заключения договора.
Сейчас вот мы посмотрим на улице Цветочной, минимальный домик, площадь минимальная, которая здесь имеется, одноэтажный он, да, Александр? Да, это получается 70 квадратов, вот, он у нас забронирован, и вот здесь как раз мы можем увидеть, что входит и как выглядит базовая комплектация. Вот этот конкретно дом, получается, вышел 5200. Ага. Здесь мы отсыпали вход. С удовольствием посмотрим. Здесь уже отсыпали все, чтобы, если надо человеку, мы это все в плитку без проблем сделаем. Здесь у нас идет септик дренажный, вот здесь, 8 кубов, природным камнем обложен. И так как здесь грунтовые воды далеко, лет 10, 15, 20 вы откачивать вообще ничего не будете. Здорово. Под машину вот сделали. Это вот если нету, например, сразу. Возможности. Возможности, да, в плитку или навес какой-то сделать. Ну, ага. Значит, пока так будет. Ну, и да. Мы так и рекомендуем. Не надо сразу вот максимально там все деньги. Ага. Да, накопил, сделал. Мы же никуда не денемся. Мы еще здесь в офисе будем, ну, в коммерции. Да, все по мере возможностей. Пойдем в дом. Давайте. Травка, зеленый участок. 6,5 соток, да, туда. 6,5 соток. Когда мы продаем дом, мы еще делаем предпродажную подготовку. То есть спахиваем землю, косим траву. То есть все-все-все. Вымываем дом, чтобы, ну, вот вы пришли реально и поставили только сантехнику, люстры и могли... Ну, заезжай, живи, сажай, наслаждайся жизнью на море. Так. Двери качественные. Получается, у нас в каждом доме идет... 3 зоны, теплый пол. Это прихожая. Здесь на входе у нас такая прихожая. И здесь, скорее всего, будет шкаф-купе, да, шкаф, да, у людей? Да, прям угловой вот люди ставят там как раз. Угу, сразу. Электросчетчик. Здесь у нас 15 киловатт по поселку, трехфазное электричество. Угу. Так, дверь. Глубина качественная. И если вы берете, например, просто участок, да, вы можете, ну, тона, там, цвета, интерьеры выбрать сами. Если вам надо, например, дверь какую-то супер-супер дорогую, вы просто разницу между этой дверью и дорогой доплачиваете, и все. А так у вас, вот я смотрел, в светлых тонах просто делается, да, ремонт? Да, наши дизайнеры вот подобрали вот в таком тоне. А можно вообще в предчистовой, нет? Конечно, можно. Но так как идет отделка в подарок, то смысла, смысла в этом, заказа, да, да, точно, смысла в этом нет. Это вот у нас такая, ну, кухня, гостиная. Вот разводка, вот двухконтурная, газовый котел. Вот там у нас выход на террасу. Ну, тут закрыто, мы сейчас с той стороны обойдем, посмотрим. Какие тут виды красивые. Пакеты, да. Вот видите, люди живут кто как, кто застеклил террасу, кто просто навесил сделал. Поподробнее, поближе сниму. А вон вот, там с террасой сделали, застеклили. Здесь вот нет. Но зато у них вон там столики, стульчики, все равно на террасе отдыхают люди. И тут вон там тоже что-то в процессе. Ну, все вот постепенно, по мере возможности, кто как желает. Терраса тут такая. Какая там площадь террасы? 21 квадрат. Ой, какая терраса. 21 квадрат терраса. Так. Что там у нас дальше? Здесь санузел совмещенный. Пол с подогревом тоже. Сантехника устанавливается, нет? Ну, сантехнику я говорю, что это на усмотрение клиента. Потому что кому-то дорогая нужна, кому-то дешевая, кому-то средняя, там не угодишь. Да, кто-то, может, ванну пониже хотят, повыше там, и да. И 2 спальни, посмотрите, тоже очень просторные. Площадь. Для двоих-троих членов семьи это просто сказка. Площадь этой спальни какая? А посмотрим на каждый проект. Посмотрим, ага. И вот эта спальня, да? Да. Угу. Та побольше была первая, да? Да, на 1,5-2 квадрата больше. Угу. Тепло тут в домах? Ну, вот люди, кто живут, некоторые, я даже удивился, это маленькое к лету, да, без кондиционеров, представляете, летом. И в них дома, ну, потому что, же, мы не сказали, вот, ну, дома сделаны из газоблока, и у них очень хорошая теплопроводность, экологичность и шумоизоляция. То есть это вот D500 газоблок. Мы берем на заводе, есть гарантия, сертификат. То есть все, ну, как положено. Здорово.
Срок строительства одного дома у вас? У нас получается 6 месяцев. Вот она, как выглядит терраса со стороны. Пожалуйста, сад, огород, что вы тут разведете. И сразу вот можно с внутренней стороны дома и прямо в дом заходить. Вход в дом. А подвал, когда мы делаем, он прям, ну, под террасой. Если надо, интересно. Тоже можно пройти, ну, заснять, чтобы люди видели. Подвал? Да, это очень такое интересное решение, как бы подвал. Давайте сделать. Посмотрим. Давайте, пойдемте. Люди обустраивают дома на свой вкус. Смотрите, кто-то даже решил голубями заняться, как правильно, вот под голубятник себе сделали люди. Кто о чем мечтал всю жизнь, то где-то, где работал. И вот каждый сам потом решает, чем ему тут на юге заниматься. Кто-то голубей разводит. Это 110 квадратных метров, 110 проект. Давайте, давайте, вот попросил, я еще хочу один домик посмотреть. Здесь так, уже мы положили плитку. Плитку на придомовую территорию. Вот выглядит очень уютно. Под машину, да? И под машину, да, и здесь, ну, это по желанию клиента. Ну, да. Вот он так захотел, мы так и сделали. Даже под цветочки еще место осталось. А, здесь уже под кого-то конкретный, да, да, дом? Да, да, уже? Это уже дом, как бы все, он уже продан. Угу, поняла. Посмотрим, как там внутри. Все продумано, видите, для двери. Здесь уже можно большой шкаф какой поставить. Это уже для семьи там, от 4 человек. Ага. Ну, смотря какие запросы, и в той можно вчетвером тоже жить. Ну, да, да, ну, как все, правило, да, там да, трое-двое да. берут, а тут ага. уже Ага, если финансы поджимают, да. можно, да. Там... Ух ты, какое здесь какое интересное решение. Да, совершенно. Окна вот такие, смотрите, здесь как расположены. Обзор хороший. И прямо, и по сторонам. Посмотреть. Вот эта комната, это под что подразумевается? Это, ну, спальня. Мы вот спальня, эти, да? Да, спальня именуем. Ага. Вот это? Оно что-то... Здесь кухня, гостиная. Ух ты, какая большая. Также подогрев у нас в прихожей идет. Санузел подогревается, пол и на кухне. Это во всех домах. Смотрите, потолки какие высокие. Везде есть пилечки. Да, это высота есть. Какая у вас тут? Арм-пылеса 2,95. Ой, почти 3 метра потолки. Так, а здесь у вас что-то, какое-то разграничение, да? Ну да. Сделали кто-то, когда строим, например, говорит, мне не надо было эту часть, мы ее убираем. Угу. То есть вариантов. Вариаций может быть много. Это очень хорошее, ну, качество лесины, да, бук. Бук, да, бук. Ага. Можно второй этаж. Да, да, сейчас обязательно поднимемся. Смотрите, какая лестница уютная, небольшая, компактная и как раз из дерева. Чем вот эти железные, мне кажется, из дерева гораздо лучше. А кто-то даже бетонные заказывает, мы тоже делаем с кладем. Ну, то есть лестница может быть любой. Любого цвета. Любой, может, кто-то зигзаг, как да, хотят, да, винтовые вообще, всякие. Да. Ой, здесь хоть поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Солнышко, сегодня такое яркое солнышко, прям в лицо мне светит. Январь у нас такой. Ой, здесь тоже на втором этаже санузел, да? Да, санузел и две уютные спальни. Здесь у нас такая мансардная, да? У нас получается 110 и 106 проект идут по одной цене, но отличие 106-го, то там три небольшие спальни, а в 110-м две, но побольше. То есть, вот, если надо... А три они как располагаются? Вот а они получаются раз, два, три посередине туалет. А, понятно. Так что вот, цена одна, а люди выбирают либо две большие, либо три поменьше. Все здесь подведено, подведено, розетки все есть. Здесь тоже ламинат, да? Да, ламинат, и под сплит-систему уже выведено все, ну, вот розетки. Все, будете отдыхать,
кондиционер и любоваться видами из окна. Тут идем по улице, смотрите, сейчас еще подвал посмотрим. И смотрите, какие широкие тут улицы. Да, улица очень широкая. О, смотрите, тут даже вот детишки потом, вот даже вот так машинам разъехаться. И не так, что, правда, вот Александр говорил, что прям дом в дом строится. Тут каждому раздолье будет чувствовать. Как положено, 3 метра с одной стороны, 3 метра с другой стороны. 16 от бордюра до бордюра. Смотрите, а то стараются обычно компактно все делать, а здесь вот такой вот. Я сам морской коттеджный поселок очень люблю, реально, это прям флагман нашей компании. Вот мы другие, вот, ну, коттеджные поселки прям стараемся вот максимально, чтобы приблизить к морскому, потому что, ну, правда, здесь вот все вот для людей, реально все. Вот видите же, то есть все. Да, да, да. Могли бы место сэкономить и еще бы там один ряд пустить. Конечно, конечно. Строить сейчас дома на трех сотках, как другие. Ну даже вон в Анапе бывает, выйдешь с частного дома, тут же крыльцо другого. Да, да, да. Сколько с этим сталкивались, да, когда даже сами просто отдыхали. И еще такой момент, Наталья, вот даже кто смотрит вас, здесь можно посмотреть строительство дома от А до Я. От заливки фундамента до кровли, как это делается. Мы это не скрываем. А как это сделать? Ну, например, где сейчас фундаментные работы будут. Вот вы пришли покупать дом, говорит, я хочу посмотреть. Вы звоните в отдел продаж, кто без здесь, проблем, да? Да, да. Ага. Можете прям приехать, и мы вас проводим, вы посмотрите, как это делается, кто делает. У нас очень квалифицированные прорабы, рабочий персонал. То есть кладку делают, например, люди, которые уже работают с нами 10 лет. Это не просто какая-то текучка и так далее. У нас очень сплоченный коллектив, команда. С начала основания компании, да? С начала, с самого начала вместе с нами все идут и знают, что мы не подводим ни клиентов, ни работников. Это огромный плюс «Стройгарант Анапа». Я лично был здесь у застройщиков, когда устраивался сюда. И вот так вот с людьми работаешь, они говорят, да вот сидим и думаем, завтра придут и просто выгонят. И люди, говорят, там дали деньги, обманули, там дали деньги. Мы в первую очередь нацелены на рекомендации. Это даже сейчас, это лучшее вложение денег. Многие сейчас на рекламу откидывают, ну, деньги, да, большие вложения. А для нас важна рекомендация. И многие взяли, порекомендовали своим друзьям, родственникам. И это так приятно. Вот где будет располагаться подвал, как они обычно делают, сбоку от террасы. Вот так обычно. Это самое оптимальное, да, вот такое решение? Да, это там 250-й бетон заливается, будет пластиковая дверь, лестницы, разводка, гидроизоляция. Ага, все хорошо. Спасибо, Александр. Все подробно рассказали, показали. Пожалуйста, вот прям любой дом заходили, смотрели, и где подвал расположен, и как вот этот дом выглядит. Прям все хорошо рассказывает. Вы свои комментарии оставляйте под видео, пишите все ссылочки на канал «Стройгарант Анапы», телефон отдела продаж я оставлю в описании. Александр, большое вам спасибо, что пригласили, рассказали, вам спасибо, показали. Мы всегда рады, хоть кто, приходите, расскажем, покажем. Мы клиентов встречаем и с аэропорта, у нас есть гостиница. И наши клиенты там живут бесплатно, пока договор заключаем, пока переговоры ведем. Поэтому будем всех рады видеть в числе наших клиентов «Стройгарант Анапа».